Ну что ж, девочки и мальчики, всем привет! С вами, наконец-то, Александр Андреевич Кузьмин. Неожиданно, вполне себе, непрогнозируемо выкладываю видео. Никакого графика. К сожалению, абсолютно некогда. Сейчас я каждый день работаю в Яндекс.Еде и в Достовисте одновременно. Соответственно, Яндекс.Еда это совершенная параша, Достовист чуть получше, но тоже там моментики есть свои. Как и обещал, видео впоследствии вы у меня просили рассказать про эти доставки, про это дерьмо. Но при этом нужно же не просто рассказать то, что это дерьмо. Нужно еще активно пропиарить рефералку, соответственно. Это же и как вот такие двойная мораль, двойные стандарты. Я не могу хвалить, потому что это дерьмо. И мне нужно впихнуть в видео обязательно рефералку, потому что иначе я не получу денег. У меня совершенно, сами понимаете, за всю историю только один донат был. От легендарного Алекса Коруса. И вот это ж, ну как, мучение продолжается. Соответственно, видео, как обычно, без монтажа, без всего, вот прямой нарезкой. Значит, дальше. Вот работаю еще раз каждый день. Это звездец. Это звездец. И вчера такая очень интересная ситуация была. Очень интересная ситуация с работой, с Яндексом. Я вам хочу еще не просто видео, как бы, я поделиться лайфхаками нужно будет. Ну, это для тех, кто решит устроиться в Яндекс.Еду. Если вот есть такие, но я вам как бы расскажу, как мало уставать и много зарабатывать. Ну, это потом. Ладно, все. Тут еще раз, вот как я еще кое о чем обещал, видео речи пойдет по порядку, что у нас, какая тема? Наконец-то, видео про встречу с подписчицей. Еще вот почему я крайне усираюсь, что нет времени видео снимать. Ну, архитектура, это понятно, но давайте немножечко, коротко так вам покажу. Только это коротко, я обещал двум девочкам, ММ и прекрасной даме в очках, и еще кое-какое рассказать про архитектуру, про архитектурное бюро, архитектуру строительного, но позже. Это нужно просто прям в поля выехать. Пока некогда, там объект не готов, так скажем. Ну вот, это вот планировка такая изъебнутая. Заметьте, что тут отсутствие прямых углов, такой внутренний двор, колодец, можно сказать, да? Хай-тек Хай-текович я такое называю. Значит, дальше. Извиняюсь. Вот такие вот приблуды. Кстати, я левой рукой. Большинство из этого я нарисовал левой рукой. Значит, дальше. Потому что я правша, естественно. Вот. Важное уточнение. Не амбидекстер, но тоже нормально. Главное, что ищем девушку без пробега. Извиняюсь. Ну, просто не полично по-другому называть. Вот фасадики. Такие, видите, тоже с изъебцой. Непростые. Блять, ребята, извините за мат. Все-таки это не православные вещи. Сквернословие, мы с этим боремся. Не только с рукоблудием нужно бороться, и с блудом, в принципе, как таковым. Ну, нужно бороться и со сквернословием. И, в общем-то, я, не забывайте, все-таки с камер раскаявшийся. Но нет-нет, да периодически какая-нибудь гадость у меня все-таки, ну, не выдерживает. Ну, извините, это мы будем исповедоваться на эти темы. Ладно, в общем. Значит, все, простите меня тоже, господи помилуй, все, поехали дальше. Значит, театр – это просто сумасшествие. Я рад, что это сумасшествие. Такая ебанутая физическая нагрузка. Вот не забывайте, что я ходил на айкидо, я ходил на тэквондо, потом ушел на айкидо уже другое направление, у нас в школе было, там я долго не продержался, слишком легко было, и пошел снова на айкидо, там вот реал айкидо, там еще направление с айки-джитсу, это практически джиу-джитсу, там уже все это у нас было очень круто. Соответственно, мне непривычно без физической активности, плюс я еще потом, когда в университет поступил, у меня внутри университета вместо физкультуры я пошел не на ЛФК и так далее, не на стандартную физру, а там можно было вполне, и большинство так и выбирало, какую-нибудь активность, я выбрал легкую атлетику, потому что у меня мама
бегала. Я, соответственно, я бегать ненавижу, у меня дыхалка. Проблема, не знаю, у меня выносливость ужасная все-таки. Ну, тем не менее, я ходил, я даже участвовал в соревнованиях, даже судил. То есть, ну, это было прекрасно, с одной стороны. А с другой стороны, в общем, сами понимаете, из-за отсутствия выносливости, из-за депрессии, из-за бессонницы. Кстати, меня опять бессонница преследует. То есть, я могу долго засыпать, очень часто просыпаюсь. И самое херовое, я практически каждый день снова это происходит, просыпаюсь раньше времени, понимаете? То есть не досыпаю практически каждый день. Это страшно, это страшно. Про таблеточки тоже я обещал, про антидепрессанты это рассказать, но это в следующем, в одном из следующих видео. Яндекс.Еда и Достоевиста жить тут тоже. В общем, нужно вклиниваться. Про девочек, про мальчика, про девок, про недевок, про Баду, Твинби, Тиндер и так далее. Что не ушло из России, что пришло, азбука верности. Пью. Тоже прям практически тоже блудняк, поэтому каемся. Я поэтому сейчас пупюр не продлеваю подписку, тем более она стоит 6 тысяч в год для парней. Это сумасшествие какое-то. Ну, соответственно, ладно, поехали дальше. Театр, еще раз, вот про... Ёпта, какая там нагрузка. Но я привык, мне нужна это, мне не хватало физической нагрузки. И тут она прямо вот... во всей своей красоте и полноте у меня проявляется. То есть сегодня мы такие, у нас были кувырки и падения опять на матах. И вот тут девчонка, допустим, стоит, я ее держу, я вот так вот, ну сейчас, секунду покажу, вот так вот, ну я не могу полностью, у меня камера там, в общем, она тут, чтобы равновесие держать, и чтобы не упасть, и чтобы она залезла, это очень тяжело, потому что у меня же под статическим напряжением ноги, но я не могу показать, у меня камера, сами понимаете, там все-таки. Я, кстати, купил, знаете что, я же, ну тоже, для архитектурного бюро, там, чтобы видос снимать, во-первых, из рилсов, из шортов, во-первых, я там стою спиной, и, соответственно, шторы наши любимые, у меня всегда были шторы, и стулья эти, и стол черный, Гранта, прекрати, попозже. Вон я купил штатив, или как это называется, там подсветка, 3D, 3 в одном, 412, 0,37. И, кстати, вот по поводу вида, я же все-таки про подписчицу, основная тема, это прогулочка с подписчицей великолепной. Мы вот вмахнем этот фактик по поводу вида. Да ну что ж ты, сейчас вызовем тоже с тобой психбригаду. Поехали дальше. А что? Дальше. Сбиваюсь все-таки у меня. Как ты получил права, ёпта? Как ты вообще водишь, мальчик мой? Еще дорогие машины тебе дают. Сашенька, акстись, что с тобой? Пэу. Как я получил права? Ёпта! У тебя же этот самый ПНД, как шутка. Расшифровываю шутку. Ты же на ПНД на учете состоишь, а я пошутил дальше. Ну, значит, ВТР и СРД не состою. Вот ты получил права. Ну, ПНД это как будто понедельник, а не психоневрологический диспансер. А ВТР и СРД это вторник и среда. Ну все, ладно, хватит. Пошутили, хватит немножечко. Потихонечку надо все. Ну вот, все. Вот про всякие вот эти вот театральные... Театр, это, конечно, местами там очень тяжело. Особенно вот я вот с другом гулял, рассказывал ему, там, плевки у меня, харчки могут периодически. Ну, актер дубляжа все-таки отсутствует. Соответственно, и, ну, этот видеомонтаж. Я ему рассказал про такие вот интриги театральные, что там девчонка, ну или девка, скажем, все-таки, это как мы любим, да, как вы любите. И там вот, там прикол, это молодежный клуб, театр, там молодежь по российскому законодательству, 35 лет. Я в последний вагон, можно сказать, успел, потому что мне уже практически 50 лет. Ну и, соответственно, ну, 20 с лишним лет, все-таки у меня такие проблемы, у меня отношений до сих пор серьезных, взаимной любви не было, что сколько видео уже снимаю, и вот приходится мучиться, несмотря на то, что у меня оригинальный Nike. Знаете, сколько это стоит? На этом самом, на Садоводе у нас это вот местном покупали, таганский ряд, это вообще, это за него борьба идет. Бей кровавый, встанем, братья, в бей кровавый, ведь сину до дону. В ридном крае панувати ни дому, ни кому. Сгинуть наши вареженьки из нашей сторонцы. Ну, я уж плохо помню, я в 10 классе зачем-то вот все учили там к ЕГЭ готовились, а я гимн Украины учил. И рисовал левой рукой.
зацените. Саша, я в Сакуру. Рано уехал. Погуляй с Грантой на связи. А.К. Так, А.К. Я Александр Андреевич Кузьмин. А, соответственно, А это К, это кто? Это Андрей Кузьмин. А Гранта это что? Машина? Хо-хо-хо-хо. Погуляй с машиной. Хо-хо. Это собака. Значит, Сакура. Что такое Сакура? Это вот как раз-таки связано с архитектурой, со строительством, с воздержанием атомализма от рукоблудия. Нет, с этим не связано, это так просто. Ну, короче, поехали дальше. Соответственно, в общем, там интриги, расследования, дом 2 в этом театре. А вот, все, по российскому законодательству мысль теряется, называйте. По российскому. В общем, у меня 35 лет, это до 35 лет молодежь мы, так что возрадуйтесь. И даже если вы уже не молодежь, меня смотрите, тоже возрадуйтесь. Мы все с вами нормально у нас. И, соответственно, у нас там мужчина наврал, нагло наврал. Это нехорошо, не по-православному, но тем не менее, все мы разные. Он скептик, он не православный, просто скептик, вечно сомневается, может, агностик какой-нибудь. Ну, нормально, его дела. Он вот на собеседовании, там, ну, так называемом, да, когда вот я вам рассказывал, как я в этот театр поступал, как меня в труппу взяли, а в живупу не взяли. Ладно, и, соответственно, в общем, он наврал. Я сказал, сколько мне лет по чесноку, а он говорит, а мне 35 лет, меня зовут там Владимир Красносолнышко и Владимирович. И, в общем, а ему, я вначале поверил, что ему 35, а потом вот думаю, что-то вот раз, на одном тренинге мы сходили. Ну, это как бы тренинг, занятие, я тренингом непривычно просто, все-таки в МТС, там, сами понимаете, в МТС, связной, там, так, чик-чик-чик-чик-чик-чик, такой скандал устраивал. И что-то я присматриваюсь и вижу, что ну нихера не 35. Мальчик, тебе не 35, водочки там проси, тебе где-то вот 40+. В общем, в конечном итоге я пробил все, там у него даты скрыты, но как бы образование, когда заканчивал, школу, в общем, я еще не родился, а он уже школу закончил. Он в 96-м году закончил школу, матушки. Ну, то есть, короче, ему не 35, ему 45 лет. Вот. Но он всем рассказывает, что ему 35 и девок клеит молодых. Как сказал мой друг, педофил он может быть. Ну, ситуации разные бывают. У нас там девочки несовершеннолетние присутствуют тоже. По красоте, как там по девкам, есть красивые, есть некрасивые, как они, бледоватые, не бледоватые. Ну, как вам сказать, мне-то либо вообще никого, еще раз, все-таки у меня ретроспективная ревность, я мучаюсь, все-таки мы люди православные, либо девственница, либо вообще никто, либо я всю жизнь буду вот монашествовать. Но там у меня под вопросом, я не могу пока понять, есть ли там вообще кто-нибудь, ну, без пробега по территории Российской Федерации, вообще, в принципе, за пределами ее, или нет. То есть, ну, как бы, еще под вопросом эта ситуация, а так кому-то липнуть, лишь бы, чтобы это, мне нахер такие не интересуют. Ну, красивых там до хера. И причем там еще красивые женатые, точнее, замужние. Ну, хотя театр, нет, ладно, все-таки Роскомнадзор. Кстати, у нас там все, как вот я вот присматривался в бинокль свой длинный, там все натуралы. То есть говорят, что в театре много пидороссии. Да, это так, что там среди режиссеров и так далее. У нас все женаты, замужние. В общем, у нас прямо, в общем, это, ну, как для кого-то это плохо, для кого-то это хорошо. Но мне как бы легче от этого дышится, что как бы я чувствую, что все натуралы. Это вот прекрасно уже. Я чувствую, о, все нормально. Хотя, если бы были не все натуралы, то конкуренции меньше бы было, да, ведь? То есть есть плюсы в этом, да? Ну, к сожалению. Ладно, все, тихо. Ну, вообще сейчас все про театр хватит. Это отдельное видео, дополнительно, может, я расскажу. Но я уже рассказывал видосик про театр. Наконец-то про нашу любимую подписчицу. Это вводное слово такое небольшое было, да, буквально пару слов, что называется. Сейчас вот про мою вот... Понимаете, в течение активного ведения новой волны канала... Кстати, вот еще раз хотел сказать кое-что. Точнее, еще кое-что хотел сказать. Инвестиции в Steam. Помните, рубрика «С нуля до короля»? Как бы это странно ни звучало. Во-первых, предупреждаю. Сейчас в Steam очень тяжело задонатить, если вы из России. Потому что санкции, хранации, блоки... Очень много мошенников. Ну, с камеры не наебать, с камеры не наскамить, но у меня пытались. Там даже есть видео прямо в Ютубе, пиар какого-то сайта, где без комиссии пополнения Steam кошелька не ведитесь. Я вам рекомендую пополнять через YouMoney, это бывший Яндекс деньги. Через МТС также. Вот два варианта, где вы можете пополнять Steam. Короче, вот, про Steam. Я же снова инвестировать в Steam собрался, но мне нужно разблокировать торговую площадку, потому что я там давно ничего не делал.
И снова, ну посмотрим. Кстати, кто, поднимите руку, те, кто смотрит меня еще с тех пор махровых, когда я снимал видосы, вот как раз-таки заработок на CSGO, заработок на Dota, инвестиции в Steam. В общем, это были прекрасные... Ну, короче, заработок на этих всяких пистолетиках, автомате, это было заебись так-то. Это было заебись, какие-то проемы были с инвестициями, дикие прям, а где-то прям мы с вами очень прекрасно, вот, заработок на... Мой любимый — это на голографических наклейках. Ну, ладно, кто в этом не забирается, все, наплевать. В общем, я, скорее всего, к этому вернусь, но вряд ли я прям буду на этом канале про себя рассказывать. Ну, посмотрим, может быть, чуть-чуть такое бесполезное для большинства из вас видео я расскажу, как я там. Потому что диверсификация потоков капитала должна присутствовать, чтобы вкладывать, ну, еще раз, все раз, банально, это все яйца по разным корзинам, там немножко акций, роста немножко акций дивидендных, немножко облигаций, немножко акций трешовых каких-то непонятных. И поехали дальше, про облигации я рассказал, с плавающим желательно купоном, потому что сейчас со ставкой может быть в любой момент падение. Привязаны желательно к руония плюс там проценты, чтобы... Ну ладно, все, пошли все нафиг, я плююсь и все равно. Зачем вообще про это? Мы про нашу подписчицу великолепную расскажем, все, хватит. В общем, я просил, я мучился, я страдал, что ну девушки, которые меня смотрят, давайте уже по-серьезному гулять хотя бы, начнем со свиданий. И там, как говорится, тыры-пыры, может быть, у нас мутки какие-нибудь, может быть, мы дружить оставимся. А может быть, у нас будет и создание семьи. Я все-таки за серьезное. Единственный человек в мире, который ищет серьезные отношения. Единственный мужчина, который не побледовать, там, не потрахаться. Все-таки мы все люди православные. Серьезные отношения. Но, еще раз, девушка должна быть, я не буду тысячу раз повторять, какая. Ну, скорее всего, моя подписчица такой была. Молодец. Честь тебе и хвала, что сохранилась. Ну, все, хватит. Это вот такая триггерящая тема. Кто не поймет, тот не поймет. У кого ретроспективной ревности нет, как говорится, до свидания. Все, вам меня не понять. А у кого есть, еще раз, мотайте на ус. Либо вы вообще ни с кем лучше не встречаетесь, либо вот ищите. Либо монашествуете, либо вот, ну, только... Ну, все, а иначе испортите. Ну, все, хватит уже. Значит... Просил вас, дамы, ну давайте уже подписчицы на свидание сходим. Но что? Кто мне писал, с кем было общение? Даже очень красивые девчоночки, девки уж нельзя так, были вообще охрененные, но все не из Екатеринбурга и не из области. Там вот кто-то, ну ладно, что рассказывать, вы сами знаете, вы секси-шмекси. Ну, в общем, короче, не вариант. Я потому что переезжать не собираюсь из Екатеринбурга, у меня все-таки тут архитектурное бюро. Вас туда переманивать, но у вас тоже там учеба, работа, там специальная война и так далее. Поэтому, ну, конечно, любовь на расстоянии — это говно. Но если кто-то из вас готов навсегда переехать в Екатеринбург, естественно, ко мне как к перспективному человеку, к блогеру, там, к тайному этому, ну все, ладно, тихо, то милости прошу. Ну вот, значит, ну, а все, кто писал, они не из ЕКБ были, не в основном, а все были не из ЕКБ, кроме Сони, Сонечки. Значит, и это все через телеграм-канал мой, ссылка в описании, наверное, будет, возможно, но я уже особо не знаю, мне надо, времени нет. Сонечка, значит, там написала что-то просто вот в беседе канала, что-то там прокомментировала. Кто подписан, кто палит контору, тот знает, что это за Сонечка. Я написал ей, что я беру тебя на заметку, раз ты из Екатеринбурга, и что нам надо его, мол, там, когда-нибудь... Ну, про это я не рассказывал, но это и так подразумевалось, что когда-нибудь мы с тобой все-таки сходим. Очевидно, что я почти в каждом видео это прошу. Давайте, на свидание, давайте. Вот из Екатеринбурга только одна Сонечка. Оказалось, и все прекрасно. Значит... Она проявила первый шаг через несколько недель, зная, что я на заметку ее взял. И сама пишет: «Привет, там, ёпта, ты мазафака». Но она культурная девочка, она вообще нормально написала. Это я так, в принципе, в общих чертах говорю. Напомню, что это прогулочка была. Вот у меня только время настало, очередь настала в конце этого лета. А потом я еще на технохаус эту вечеринку сходил, и все четко. То есть... Лето под конец уже нормально, а до этого, ну, все, сама написала. В общем, я ей говорю: ну что, гулять? Да, сама согласилась, молодец, рассказала о себе, но про меня и так все знают. Я говорю: расскажи о себе. Она там тым-пам-пам-пам-пам-пам, ага, все четко, учится в медицинском институте, значит, уже умная, значит, у нее все четенько, нормально, живет. Потом, как выяснилось, ну, короче говоря, что-то типа там
этот, в Тусгородок, но дальше. Ну, еще не Пионерский, наверное. Ну, короче, типа Блюхера улица, вот что-то там плюс-минус. Ну, нормально, короче. Комсомольск, в общем, Комсомольск на Амуре и все такое. Ну, я про Екатеринбург не забываю. Нормально все, культурный райончик. Но у нее, как она рассказала, почему-то кладовки не как у всех. Внизу, в подполье, в доме, а наверху, наоборот. И в этих кладовках там бомж какой-то жил, пока его не выпиздывали из дома. Это вот такой домик у них. Ну, район культурный, район более-менее, как я считаю. Ну, если это вот то, о чем я думаю. Соответственно, поехали дальше. Ну, она там разбирается все-таки. Она мне что пишет? Вот про вид, да? Напомним про вид. Про колоски, колосящуюся траву. Это не буду напоминать, это вы все знаете. Она мне говорит, скидывает эту карту со спутником и говорит, ты вот где-то тут живешь? А я же не скрываюсь, я как бы только за, приходите в гости, поиграем, все нормально будет у нас. Я в CSGO сижу целыми днями, играю, и вас тоже позову. И она мне прямо вот точно мой дом, она спалила все по виду, изучила там на картах, посмотрела, что как, тут лес у него, он по лесу гуляет, грибы кушает, сами понимаете, какие. Все, микродозинг, только микродозинг, никаких трипов. И это я кушал до антидепрессантов, чтобы, мол, вдруг у меня получится там преодолеть все эти проблемы со свои без антидепрессантов вот, с помощью грибов. Хуйня полная, никому не рекомендую, говно. Еще один раз я все-таки, хотя собирал грибы далеко от дома, и даже бабку от дороги, даже бабку шугал, которая у трассы собирала грибы, они впитывают тяжелые металлы и прочую херь. В общем, я один раз отравился. Ну, пережал, может быть, грибов, может, что, ну, короче, хрень это полная, мне уже надоело, тем более я их сырые ел. То есть, понимаете, я ел сырый мухомор. Ну все, расстрельная статья. Ну все нормально. Ну, подписчица знала об этом. Вы тоже знаете, что это нормально. Мы творческие люди, мы имеем право. Кстати, картину ту я уже практически дорисовал. Осталось обвести. То есть там в цвете все есть. Только, не знаю, может там подрихтовать кое-что. И все будет четко, прекрасно. Ну, поехали дальше. Соответственно, она все это знала, и она молодец. Она оказалась единственной, к сожалению, из Екатеринбурга, не побоявшись... А до этого все ссали, она молодец. В этом плане не к сожалению. То есть он молодец. София. Значит, сразу же. После этого мы несколько моментиков еще деньков пообщались. У нее там кошек у друзей да и бени матери было. Она там показывала мне, ну, кисулик своих, Ладно. И вот, нормально, мы общались, и в дальнейшем, ну, сейчас мы, конечно, уже некогда и так далее, не общаемся уже месяца, полтора, месяц, но потом впоследствии, возможно, еще, так сказать, возобновим, и вот в эти походы мы пошли с ней в поход. То есть она настолько адекватная оказалась, она не сыкливая, мне вот это вот очень нравится. Ну, поехали дальше, все, видео не растянется, ну, запаситесь VPN-ами, ну, точнее, нет, это тоже могут... Все, не рекомендую это. Запрещено в стране. Херь. Выключите это нахуй. Донат, кстати, вообще, один раз только Алискорус и все. Ну, ладно, что, давай, денег ни у кого нет, точнее, лишних жалко. Ну, ладно, все. Инвалид все-таки, Игорь. В общем, и все. Поехали дальше. У меня есть сбивочка. Я предлагаю маршрут, куда мы пойдем гулять. Она говорит, да что-то не хочу я в своем районе гулять, а мне этот район более-менее нравится, ну ладно. И сама предложила, молодец, удобно, что мне добираться удобно, и ей нормально. Там у нас есть парк лесоводов России, короче, попиздошили мы гулять по природе. Ну, вначале встретились мы на Южном автовокзале в Екатеринбурге и пошли через ЦПКО, Центральный парк вот этой культуры отдыха и прочего. И через него топ-топ-топ, тип-топ, тик-ток, тип-топ, мы поперлись с ней до парка лесоводов России. Это было круто, это прекрасная прогулочка, мы с ней там болтали, то есть я немножечко про это, немножко про архитектуру, немножко в принципе про жизнь, про мучения мои, про страдания, она тоже давай про свое. В общем, Сонечка, 19 лет, возраст прекрасный, соответственно, умная, с мозгами, 270, там, допустим, 6 баллов, ну, короче, до хрена баллов у нее на бюджете в этом, в медвузе поступила за 3 экзамена, там, ну, все, все четко у нее, там, тыры-тыры, Дэдди исчез тоже, у нее батя куда-то ливнул, еще, к сожалению, помер. Ну, это ладно. У нее бабушка одного дня рождения, дата, короче, 24 декабря. Не забывайте, что я 24 декабря, день рождения у меня, Наташа. И, соответственно, у нее бабушки, как она сказала, у меня бабушки тоже день рождения в эту же дату, а у нее несколькими днями ранее тоже.
декабрьская, ну вот нормально, да, там до 20-х чисел каким-то там 17, но я уж все-таки, например, память плохая, там побочки, там 15, ну вот. Ну там бабушка, по идее, у нее уже там померла, но все равно, главное, что дата отдала у нас. У меня 24 декабря день рождения, и у нее это прекрасно, в общем, как бы. Тут уже у нас с ней как вот мэтч это называется, да. Тоже Сонечка на Леонардо да Винчике сидела, там периодически там тоже куча всяких неадекватов, куча адекватов. В общем, я, к сожалению, сейчас вот мне некогда, и меня уже отстыбенила вся тема, что там, ну, помойка, мусор. Ну, ради вас, ради контента, конечно, надо с кем-нибудь погулять, но я уже настолько там нигде не сижу. Единственное, в маме немножечко совсем чуть в этом дерьме фейки листая просижу, а так, ну, все, у меня даже... уведомление в Леонарде да Винчике, Леонтии да Вичковском, что мы у вас, Сашенька, анкету отключили за бездействие. Сколько я там бездействовал? Месяц? Больше? Ну, пора, с одной стороны. Ну, блядь, ребята, тут как бы с девочками еще с театром надо разобраться, что там у них, как это. Ну, там тоже, блядь, тяжело все. Там это не вот это вот... Там все очень классные, творческие люди, это ебанутся. Я, правда, таких не встречал даже вот на графическом дизайне и так далее. Но есть там нюансы определенные, там не как бы что-то это. Ладно, какие-то интриги плетут, и про это тоже, может, расскажу. Как бы Артему рассказал, вам тут. Кстати, мы с Артемом, возможно, в ноябре ебанем опять в Москву, на встречу подписчиков, естественно. Надо контенты по Москве снять. Ну, это, блядь, нужно до хрена денег. Уже просто так летать в Москву уже я, у меня уже заебало. Извиняюсь за мат опять. А я ж машины там снимаю хорошие. У нас в Делимобиле, во-первых, там они пофиксили тариф. Короче, если ты вложишься в их компанию, в Делимобилевскую, на хулиар там рублей, там на 100 с лишним тысяч, на покупаешь акции, то тебе разблокируют тариф супер стиль, супер старого мазафака. И ты можешь снимать там BMW X7, извиняюсь. Lexus LX, извиняюсь, Mercedes GLS, знаете, под эту музыку, там не Майбах, конечно, но я не могу ее вспомнить, где она там пляшет, ну, кто меня понял, тот понял, Mercedes GLS, Майбах, он вот умеет так вот плясать, якобы там из всяких сугробов, песчаных херней выкарабкиваться, но я просто не могу вспомнить, ахо, на меня вот. Там не по назначению используют. Ну, то есть в Москву, ну, под вопросом, я говорю, это надо дохерища денег, чтобы все это... Ну, у меня пока не до этого. Сейчас тем более рынок инвестиционных, там вот этот индекс Мосбиржи достаточно посмотреть, все падает, падает, падает несколько месяцев подряд. У меня там пиздос Никитос, короче. Поэтому что я уже до такой степени, что опять вздумал инвестировать в Steam, блядь, в Steam. Казалось бы, что за детский сад, но тем не менее, потому что... наши эти акции, все у нас там под санкциями, особенно Сигежа, привет. Сигежа, это просто, ну, я вовремя вышел, мне удалось в ноль или даже там в копеечный плюс, но Сигежа это пиздец. То есть она с момента там упала, как вот все это началось, специальные там операции и так далее, там и хуяк, блять, она чуть ли не в 10 раз подешевела, там с 11, допустим, рублей до 1, до 1,5, ну, это что такое? Ну, у них там ситуация, что сотрудничали они даже не столько с санкционщиками, с недружественными странами, а с Китаем. А в Китае дерево для недвижки, а недвижка у них там, пиздец, все компании банкротятся в Китае. Это у них перебор, перенастроили слишком доступное жилье и так далее. Все, хватит. Поехали дальше. Значит, Сонечка, мы с ней там нормально по парку погуляли, побродили, ничего, никто никого не боялся, все четко, аккуратненько. Хорошо все было, нормально, понравилось, что аккуратненько все, без лишних вот этих. Посидели мы там с ней на лавочке, вот идиотская, вот скамейка называется, распинка есть. Блять, как я ненавижу неудобные скамейки, как я в принципе лавочки ненавижу, что нельзя нормально сесть. Там в виде бабочки была. Мы с ней сидим, еле-еле какая-то, ну нормально. У меня просто все-таки, у меня курьер, так далее. Ну, в принципе, спина у меня с рождения, как бы все это. Гипертонус мышц, ну, все нормально. Меня Арнольдиком называли. Ну, я про это рассказывал тысячу раз, что когда я вышел, там тесно было. В общем, мучение у меня еще до рождения. То есть я в матери уже мучился. Так вот, тесно я весь напряжен был. Все, поехали дальше. Все. Сонечка. Фух. Она увлекается наблюдением за птичками.
Понимаете, это прекрасно тоже. Вот. В общем, добрая, прекрасная, классная девчоночка. Мы с ней там походили туда-сюда. Но у меня уже на тот момент по архитектуре пиздос. Мне нужно быстро, там еще до хрена правок. Там я здание делал. Ну нормально, мы все равно до хренища погуляли. Мы 4,5, допустим, часика. Ну поехали дальше. Топ-топ-топ-топ-топ. Значит, мы уже доходим там. Ну не то, что заблудились, но немножко. Она подумала, что мы выйдем там... Там вся мы с главного выхода, главного входа из лесопарков. Это не черта подобного там оказалось, не туда. Ёптать, время, Соня, время, тайм из маленьких. Давай это самое, пришлось обратно нам камбэчить. И куда мы пошли? Пошли мы в сторону моего дома. И тут почва для сострадания, точнее, почва наоборот. Вау, нихрена, он подпишется в сторону дома, домой, там, секс и так далее, заводов, нихрена. Он... Нас это не интересует, секс и так далее все-таки. Секс это вот, рождение детей, семья и так далее. Ну, посмотрим. Ну, для развлекухи, но только когда уже все серьезно. Значит, тем более либидо, там, сатрет, изотретинаин, все, мне там разрушил всю жизнь, препараты пришли, ну, поехали дальше. Соответственно, пошли мы назад, уже в сторону моего дома, потому что там все удобно, там легко, там этот лесопарк Лесоводов России, и вот тут лес мой, который у дома, все это соединено там через трассу кольцовскую, там по мостику прошел, и все четко. И мы вот шли, и там так круто, мне вот нравится садовая СНТшка, ну садовые эти некоммерческие товарищества, прямо в черте Екатеринбурга, при этом лес, немножко все шумновато было, но лес, то есть чистейший воздух, и там, сука, при нас кто-то воровал металлолом. Какой-то пидорас на семерке приехал и, блядь, начал там тырить металлолом. Через заборчик перелез. Нехорошо, нехорошо. Ну, что ж поделать. Но у нас не было с собой орудий массового поражения. То есть там мы фабами 5000-ными могли, конечно, скинуть. Но это все бы нахуй расхвачивали весь СНТ. И, ну, ради одного мужика расхерачивать весь СНТ, я считаю, что оно переоценено. Я, кстати, в Москве, в Алтуфьево, что ли, или где-то в этом году наткнулся на островок такой интересный, тоже СНТ в черте МКАДа даже в Москве. Там, понятное дело, что большинство уже новостроев, но и при этом оставались такие вот советские дачки, блядь, полуразвалившиеся, полузаброшенные. Это было еще раз в черте. Ну, вроде это было, да, на севере, ну, какой-нибудь Алтуфьево, там, какой-то СНТ, я думаю, вы найдете. Ну, уже прямо рядом с МКАДом, достаточно просторно там было, то есть, не один до домика, ну, вот СНТшка, нормально, сходите, если вы из Москвы, погуляйте. И со мной, ну, я и под вопросом насчет ноября, скорее всего, мы все-таки с ним опять в мае полезем. Ну, в общем, деньги, все-таки называйте, что мать, кормилица там у меня, это, и так далее, а что... Не работаю, ничего не делаю, играю в Counter-Strike. Посмотрим, траты, короче, большие. Ну вот, поехали. Фух, заработок маленький, уже выносливости нет, если про это. И пошли мы с ней дальше. Все, этот своровал он, фабом мы его не ёбнули. Через мост. И вот в мой легендарный лес. Все лето я снимал шорты в этом лесу. И грибы, не грибы. Значит, а вот мой лес. Тут конюшня, и все, начал я сразу рассказывать, как только на подходе к этому лесу. Там тыры-пыры, пыры, мама-мама. Паша-паша, Саша-Саша, и все. В сторону остановки присели, дождь там еще лил. Ты голодная? Есть будешь? Давай. Сама за себя оплатила в красно-белом. Я думал, что ну раз ты согласилась еще и в мою сторону, так приехала. Фух, можно сказать, с севера города на юг, ну в центр. Ой, думаю, так давай тебе покушать. Ты же ты, вот первая подписчица, кто из Екатеринбурга нашлась, погулять и так далее. Наконец-то, столько ждал, мучился, просил, и вот. Ну, она говорит, нет, я самостоятельная девушка, я плачу сама. Думаю, ну, нормально, что, прекрасно. Мы еще там пошутили про половину стоимости проезда, что готов компенсировать ко мне. Ну, у нас проезд в Екатеринбурге 33 рубля стоит. Ну, я просто там про иногородние, что если кто-то прилетит и так далее, что она же из ЕКБ. Очень выгодно вышло. Ну вот, ладно. Ну, все. Красно-белое там мы закупились там нейтральными этими продуктиками. Кефирчик, там чефирчик, йогуртик. И на остановочку. Топ-топ-топ. Ей нужно херачить, что она вот выносливая. Я не выносливая, я бы сдох бы так. От начала, можно сказать, до конца почти что. Или, может быть, не почти что, а так и есть. Хреначить на 86-м, бывшем 056-м автобусе ВКБ. В общем, ну она молодец. То есть она меня проводила.
Вот я и показываю, вот мой дом, да, ты была права, что-то на карте меня показала. Вот тут я живу, вот это вот мой подъезд. Ну, в гости там не до этого, мне некогда, у меня горит этот проект. Я его уже наконец-то, все там у нас, чики-пуки. Но там мне было несколько часов, чтобы я его сдал. Короче, время было в обрез. Ну, нормально. Все, все успели. И вот мы ждем до хрена автобуса. И тут вот я вот рассказывал про гопоту, что сейчас дохерища гопоты всякой вот в округе. У нас такой район, что там понастроили эконом-жилья, понастроили. Там в следующем микрорайоне одни, можно сказать, студии в жилом комплексе. Ну, вот я тысячу раз сказал, район говна светлый, все мы говорят, тысяча шорсов про это, там кладбище, не кладбище, да. И на Рощинской тоже до хрена этого, Тихий берег понастроили, вот. Ну, ладно, не будем там рассказывать истории про этого человека, который все это построил. Соответственно, вот, и мы с гопотой встретились. Я понял, что это... Вот, все, вот вся гопота у нас, она в основном 99% это вот приезжие, которые в эти студии заселились, там нарики, не нарики, СВОшники все в наколках, бывшие освобожденные нарики. Короче, мы столкнулись, вот она поняла, что пиздец, да, что сейчас так, такие времена. Тоже Саша зовут, ну не Александр Данилович Кузьмин, из Башкирии приехал, бывший СВОшник, с контузиями, с двумя, бухой, и нарик 100%, весь в наколках, его по-любому освободили, там, он записался, там, Вагнер бывший, или куда-то контракт с Минобороны прописал, ему и денежку капнуло. Я там с ним, конечно, побеседовал, но не сказать, что мне было приятно с ним беседовать, но чтобы пизды не словить, как говорится, мы умеем так вот все аккуратненько, обходите нам, ну и как бы насчет пизды словить, понятное дело, что он был ростиком вот таким вот примерно, ну вот таким вот, чтобы пизды, ну просто с пьяными драться, ну, я еще когда, я боюсь убить человека, вот. Поэтому я в основном никогда не дерусь. И самое интересное, что у меня есть баллончик, что если проще уж было его, ну я так наготове, думаю, ну если что-то начнет въебываться совсем, потому что он там что-то прокурить, про какую-то хероту, в общем, ладно. Он мне так ничего интересного про СВО не рассказал, я его попросил, но он что-то так медленно говорил. У него там тетенька сидела, ну, вроде достаточно красивая, но я особо не смотрел. Там уже все-таки 40+, наверное. Что-то она его так ни хрена себе говорила, ты дурак, что ли, ёпта. Давай это, в такси быстро, бегом, бегом, бегом. Ну, в общем, ладно, попрощались мы, я ему сказал, что давай в Бога надо верить, что-то ты это заколебал меня уже, если честно. Что чуть ли не в драку лезешь. Он говорит, так я верующий, но при этом такой, ну, идиот, если честно. В общем, ладно, насрать. Все-таки контузия, это их дела, это их проблемы. Короче, понаехали из Башкирии, не знаю, случайным образом. Вроде прекрасная страна Башкирия. Все прекрасно, республика, все нормально. Но тут вот, безвидимость какой-то такой далекой-далекой глубинной деревни. Алкаш, наркоман, он попался, он там в семье не без урода. А так, конечно, Башкирия форевер. Был там кумыс, вот я вот обожаю кумыс, если честно. Ну и все. Вот девочка Сонечка любит походы. Там постоянно. Она прямо дохрена может пройти пешком. И мы с ней, собственно, дохрена пешком и прошли. Ну все, с этим сумасшедшим СВОшником мы попрощались с наркоманом. Вот такие у нас тут. Я еще раз, я спросил, ты отсюда? Потому что видно, что ну, не наш он человек, не наш. Но, возможно, он в этой студии, в Светлом, снимал, или у него там друзья. Ну, короче, пошел нахуй. Хватит. Ну все, Сонечка, мы. Пока-пока, молодец, ты лучшая. Ну все. История на этом закончена. Как бы сейчас не до этого. Вообще после Сонечки у меня никаких свиданий еще в принципе не было. Не до этого, еще раз, не до этого. Ну, надо, я понимаю, что контент. Ну, хотя бы, чтобы не просто так, что пишу в полку, ни копейки, ни донатов, ничего. Что хотя бы будьте добры, что если вам действительно... хочется там, вы находитесь там, где есть Яндекс Еда, что зарегистрируйтесь, поддержите инвалида, ветерана, тоже СВДшника, чтобы СДВГшника, ой, я ветеран СДВГшник, чтобы как бы, рефералочку мы заюзаем хоть так. И я вам в ответочку таких лайфхаков накидаю. В общем, ладно, я уже устал. Все, бля, я есть хочу, я запизделся что-то с вами, 40 минут, можно сказать, говорим. Ребят, ну, не обессудьте, извиняюсь. Спасибо, что досмотрели до конца. Там, пользуйтесь Goodbye DPI, я надеюсь, и расширениями различными. Кстати, есть достаточное количество более-менее таких расширений. Ну, посмотрим, ладно. В принципе, все. Еще раз, следующее видео про побочки от антидепрессантов. Наверняка потом какое-нибудь видео будет вне очереди. Втиснемся.
Про Яндекс.Еду обязательно. Еще раз и про Достоевского. Каждый день хреначу. Сколько денег? Что у меня там? Про инвестиции нет. Про инвестиции в Steam тоже вряд ли. Ну, рубрика с нуля до короля. Израиль гейминг снова, а не Израиль Кузьмин, да? Ну, нет. Посмотрим, ладно. Вообще стримы, кто-то даже просил, я один раз стрим провел. Ну, по идее, надо стримы. И тоже там выпрашивать донаты, вот так вот просить. Да. Это неприлично, но все равно как-то мне просто надоело, что, ну, как бы, такие муки, столько страданий, а как бы деньги, что мне хотя бы там миллиарда 17 бы отсыпали, я бы себе бы купил бы, ну, хоть это нормально все было. Ну все, значит, вот, все. Еще раз всем привет, все хорошо. Ну и там дальше посмотрим, какие еще идет про антидепрессанты, это я обещал про таблетки. Про театр, вот, про эти интриги театральные, пиздец какой-то. Ну, мужик 45-летний еще раз оказался. Это тоже, наверное. Ну что, я голодный, я уставший. Я одна у вас несколько. Моя любимая. Ой, бля. Ну все, в принципе, вот как все нормально. Давайте. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте лайки, подписки на телеграм-канал. Ссылка на донаты, естественно, в описании. Уже, ну, сколько можно, ну сколько можно, вот, зира, чтобы Данель Эллерс спит.